топ-3 самых мощных ведьм по знаку зодиака. Мы уверены, что паранормальные способности человеческого мозга не только существуют, но и закладываются в человека при рождении, в зависимости от созвездия, под которым он родился. Есть такие знаки, в которых есть скрытая сила, они могут быть настоящими колдунами и ведьмами. А кто же эти знаки зодиака, я вам сейчас расскажу. Только ты для начала поставь лайк и подпишись на мой канал. А мы начинаем. Первый знак – Скорпион. Невероятной способностью к обольщению наделены скорпионы. Умение очаровать и заворожить одним лишь своим присутствием или взглядом заложено у представительниц этого знака зодиака в крови. Они умеют ловко манипулировать людьми, делая их покорными. Мало кто может устоять перед натиском скорпиона, что помогает им добиваться всего, чего они захотят. А вот стоять на пути у женщины скорпиона не стоит, она способна испепелить любого, нанеся ему столь сильные душевные раны, от которых трудно оправиться. Второй знак – Лев. Представительницам этого знака зодиака сами звезды еще при рождении подарили царственный статус. Львицы по природе своей королевы. Один только взгляд или одно ее слово заставляют окружающих безропотно повиноваться желаниям львицы. Им не нужно совершать особых магических ритуалов, в них самих заложена мощная мистическая сила. А уж обиженная львица способна стереть в порошок любого, не прилагая при этом особых усилий. Тому, кто нашел общий язык с представительницей этого огненного знака зодиака, львица окажет помощь в достижении любых целей. Третий знак – Водолей. Представительницы этого знака зодиака могут быть как невероятно доброжелательными, так и разъяренными фуриями, сметающими все на своем пути. Быть в хороших отношениях с женщиной водолеям очень приятно и полезно. Их мощная мистическая сила может принести массу преимуществ. А вот обижать водолея астрологи не советуют никому. Женщины этого знака зодиака могут просто уничтожить противника одним своим негативным словом, брошенным вслед. Настоящая ведьма, что уж тут поделаешь.